Казахстанцы поддерживают решение главы государства. Граждане нашей страны считают, что за время действия моратория власть сможет доработать земельный кодекс, учитывая мнение народа. Видать, не доработали что-то, не всем объяснили. У каждого мнение по-разному же к этому делу. Все думали, что продадут землю иностранцам и останемся ни с чем. Но он правильно делает. Этот человек думает о будущем. Я думаю, что это правильное решение. Неясно была предоставлена информация обществу, в связи с чем вся эта шумиха, мне кажется. Я считаю, это правильное решение. Это наша земля, то, что мы оставим своим потомкам. Президент, думаю, прав, потому что народ еще, думаю, не готов к этим законам, к этому мероприятию в целом, еще земельного кодекса. Я считаю, что это правильно, все-таки это серьезный вопрос, и нужно как бы подходить очень серьезно. Считаю, что земля это все-таки, как сказать, народное достояние. Если президент так думает, значит, у него такие мысли, и значит, это правильно, я так думаю.